Сюда две ружки засовываешь. Нужно максимально. Экстремалить начал в ранние годы свои. Отец меня приучил там к каякинг, крафтинг, вот этим всем. А потом работа так сложилась, что у меня все лето, когда это возможно, у меня полно работы. И не получается никуда смотаться. Похоже на съемки погоды. Чем холоднее, тем больше стресса испытывает организм. Собственно, и сосредоточенности нужно больше. И плюс еще ко всему, видимость несколько хуже, чем на Красном море, скажем так. Гораздо лучше бедный. У меня запасная лежит в этом. Сколько весит? Баллон, сколько килограмм, наверное? 15, наверное, да? Не, ну это же что интересуется. Интересно. Надо подкинуть. Оно само, вот это чувство невесомости. Ну, не то, что невесомость, это называется нейтральная плавучесть. Я ее, правда, достичь все никак не могу. Меня то на дно, то я как этот пузырь вверх. О, отлично. С обоих сторон надо вынуть и все.